Атросимов. Работа посвящена изучению коллективных возбуждений, связанных с парным взаимодействием. Опираются на теорию Харпенкока-Боголюбова по упасистском предвижении. Представляет интерес рассмотреть вопрос о возможности существования макроскопических возбуждений, связанных с парным взаимодействием. Вначале мы обсудим уравнение Харпенкока-Боголюбова по упасистскому предвижению для малых амплитуд. Затем определим самосогласованную модель для парных колебаний. Рассмотрим функцию отклика для аномальной плотности и рассмотрим монопольные парные колебания в предложенном подходе. Полуклассические уравнения Харпенкока-Боголюбова могут быть получены из квантовых уравнений, используя представление Вигнера, разложение по степеням постоянной Планка и оставляя в этих уравнениях члены до первого порядка относительно постоянной Планка. Эти уравнения представлены на этом слайде. Здесь это уравнение для нормальной функции распределения в фазовом пространстве ρ и корреляционной функции распределения, которые соответствуют квантовым одночастичной матрице плотности и тензору спаривания. В этих уравнениях в правой части это скобки Пуассона, величины с индексом 0 это соответствуют равновесным величинам. Также вариации есть парного поля и одночастичного гамильтониана. Информация, которая нас интересует, содержится вот в этих вариациях корреляционной функции распределения каппа. Эта функция в самосогласованном подходе будет комплексной. И для того, чтобы найти эти функции, необходимо знать вариации парного поля, а также решение задачи в статическом пределе. Вот прежде чем перейти к рассмотрению этих вопросов, смотрим еще дополнительные условия, которые представлено вот этим соотношением для обобщенной матрицы плотности. В классическом положении она имеет вот вид, представленный в нижнем уравнении, нижним уравнением. И это, значит, в нашем полуклассическом подходе сохраняется принцип Паули. Кроме этого, это соотношение удобно использовать явно. По вариации парного поля, парное поле в линейном приближении представляется в виде суммы двух членов равновесного парного поля и вариации. Мы используем для равновесного поля приближение постоянной энергетической щели, используя феноменологические параметры. А для вариации парного поля используем уравнение энергетической щели типа БКШ. После дифференцирования мы из этого уравнения получим условия самосогласования для вариации парного поля. Верхняя кривая равновесная нормальная функция распределения, нижняя кривая корреляционная функция распределения. По
показан отклик, монопольный отклик в зависимости от параметра обрезания одночастичной энергии. Мы видим, что функция отклика имеет максимум, который представляет коллективную ноду. И в зависимости от параметра обрезания, положение максимума и ширина не зависят от параметра обрезания. На этом рисунке показана зависимость отклика, функции отклика от другого параметра, это. Здесь есть зависимость ширины максимума, хотя этот параметр, это значит, что этот параметр должен выбираться достаточно малым, и результат ширина не должна зависеть от параметра. И ну, здесь зависимость от параметра D, там видим смещение, то есть максимум находится в области удвоенной энергетической щели. И вот на этом окончательном рисунке показан монопольный отклик. Мы видим, что имеется резонанс, острый резонанс с максимумом в области удвоенной энергетической щели, с конечной шириной, которая связана с затуханием Ландау. И это макроскопическая монопольная мода представляет монопольные парные колебания в нашем полукласическом подходе. Самосогласованные флуктуации парного поля порождают парные вибрации. Мы получили для сверхтекучих ядер, рассмотрели функцию отклика аномальной плотности в полукласическом приближении. Мы нашли макроскопическую монопольную парную ноду и в супер сверхтекучих ядрах эта мода будет фрагментирована на несколько дискретных 0 плюс состояний с распределением силы около удвоенной энергетической щели. И наша макроскопическая монопольная мода описывает среднее поведение этих состояний. Представляет интерес рассмотреть парные колебания другого типа в рамках нашего подхода, в частности, гигантские парные колебания. Для этого необходимо знать природу новой моды, для того, чтобы модифицировать условия самосогласования.